Друзья, всем большой привет! Меня зовут Ирина, и я очень рада, что вы заглянули ко мне на канал. В этом ролике я хочу поделиться с вами своими небольшими покупочками в конце мая 2019 года. Если вам интересен такого плана ролик, то, пожалуйста, оставайтесь со мной и приятного просмотра. Начать я хочу с косметики для дома. У Glade появился новый освежитель воздуха. Называется он пряный лаунж. Аромат включает в себя темный ром, натуральную кожу и мяту. Я просто покорена этим ароматом. Настолько он классный, богатый. В общем, с большим удовольствием буду пользоваться и порекомендую вам с ними познакомиться. Будет интересно ваше мнение, понравился он вам или нет. Несколько кусочков мыла приобрела, как же без этого. Готовлю очередные мыльные посылочки. И взяла в Metro Cash & Carry, потому что не у всех есть доступ в этот магазин. Мыло хозяйственное классическое. 150 грамм в кусочке. Это собственная торговая марка торгового центра, называется она Ара. Делает это мыло компания Эвка. Ну, просто для мыломана, думаю, интересно будет новая какая-то упаковочка. И само мыло очень текстурное, красивое. Вот даже вот здесь видно, мне кажется, вам. Надеюсь, что порадую своих подруг ломанов. И еще тоже одно мыло из Metro Cash & Carry, тоже Ара, только это уже туалетное мыло с ароматом яблока. Здесь 90 грамм. И это тоже Эвка делает. Для себя приобрела новиночки от Дуру. В линейке 1+1 появилась вот такое мыло «Молодость кожи», спелая ежевика и нежная малина. Но могу сказать, что аромат довольно-таки тривиальный, лесных ягод. А вот второй кусочек мне понравился гораздо больше. Это обновляющее мыло, тоже 1+1, свежий лайм и сладкий ананас. Интересное сочетание. Буду с удовольствием пользоваться. Даже, наверное, соло, ни на какие залипушки и прочие проекты его пускать не буду. И еще одна новиночка. Освежающее мыло для душа с цветочными экстрактами. Это уже большие кусочки, 150 грамм. Мне вот интересно, они, наверное, глицериновые, потому что упаковочка прозрачная. Вот. Ну, аромат, как и заявлено, цветочный, приятный. И еще одна разновидность – это восстанавливающее мыло для душа с морскими минералами. Ну, аромат соответствующий, цвет тоже. Ну, знаете, интересная упаковка, интересные кусочки. Ой, я не знаю, мне кажется, я никогда уже не успокоюсь по поводу кускового мыла. Далее. Приобрела крем-мыло для интимной гигиены с молочной кислотой и экстрактом календулы от Eva Laboratories. Слышала хорошие отзывы на этот продукт. В Магнит Косметик купила за 99 рублей. Здесь объем 250 миллилитров. Стандартные упаковочки у этого продукта по 200 миллилитров. И они у нас стоят, ну, в районе 80 рублей. Это, наверное, такой самый бюджетный вариант. Я думаю, что, ну, довольно-таки нормальная по цене покупка у меня получилась. В общем, хочу что-то новенькое попробовать в этой категории. Не смогла удержаться от покупки геля для душа, хотя, в принципе, оно мне и не надо. Но была распродажа на вот эту марку французскую. Карин де Форме, наверное, так она называется, с ароматом камелии. Всего 84 рубля я заплатила за этот гель для душа. Здесь 300 миллилитров, и это, ну, для такого средства это очень дешево. Поэтому, конечно, не могла устоять от покупки.
Дезодорантами запаслась, решила попробовать от Мализия спрей. Натуральный аромат. Несколько разновидностей было представлено, но вот этот мне больше всего заинтересовал. Надеюсь, что по ухаживающим свойствам будет неплохо. Увидела новиночку от Рексоны. Защита на весь день, нежно и сочно, с витамином Е. Не знаю, если честно, какой по аромату. Надеюсь, что хорошим окажется. Мне просто упаковка подкупила. Такая, знаете, Барби стайл. Розовые. Прям для девочки-девочки. Ну, мы же девочки. Так, дальше. Давно смотрю на крем для ног от кафе Красоты. Мягкие пяточки. Увлажнение, питание, масло лаванды, экстракт бамбука и масло виноградной косточки. Приобрела. И еще один кремушек вам покажу. Это уже для лица, от 100 рецептов красоты. Цветочный мед, сливки, лавандовое масло, нежность питания. Думаю, что в качестве ночного крема его можно будет использовать. Дарит комфорт, смягчает, питает. Мне очень нравится такой крем для рук. Надеюсь, что для лица окажется столь же неплох. Отправляла на почте по ссылке. Увидела средство из Японии. Это тканевая маска с розмарином. Заинтересовала она меня. В общем, приобрела. Так. Снимает раздражение, нормализует водно-жировой баланс. Антиоксидантные свойства, увлажнение, выравнивание кожи. Способствует омоложению. В общем, все, что нам нужно. В общем, с удовольствием испробуем. Еще одну масочку взяла. Ни разу не пробовала от Гарниер маски. Не знаю, что они из себя представляют. Для кожи со следами усталости. Супер увлажняющая масочка. И еще одна масочка. Это новинка от Фитокосметик. Народные рецепты. Ультраувлажняющая маска на розовой глине и ледниковой воде. Увлажняет, возвращает здоровое сияние кожи. Это уже просто обычная масочка. Здесь 50 грамм. Интересная такая форма выпуска. Так, ну и последнее покажу вам. Снимаю, кстати, 1 июня я этот ролик. И сегодня День защиты детей. Я поздравляю всех своих маленьких зрителей с этим праздником. Желаю им здоровье, чтобы они росли красивыми, умными, радовали своих родителей, ну и были счастливы в этой жизни. Мне нужно сделать подарок юной леди. И, в общем, я приобрела несколько средств от марки «Свобода». У нас в «Фортуне» новиночки появились. Я, в общем, очень заинтересовалась и прикупила крем-гель для душа. Здесь 350 миллилитров. Такой большой довольно-таки флакончик с помпой. Нежное очищение без парабенов, гипоаллергена, без слез. Вся линеечка называется «Фруктовый микс» и имеет одинаковый аромат. И состав: экстракты клубники, ежевики, пантенол, молочный протеин. Вот такая забавная Алиса со своим рогатым другом. Ну, прям правда, мне настолько дизайн впечатлил. Просто потрясающий. Дальше парочка, вот такая по уходу за волосами. Мягкий бессульфатный шампунь и бальзам. Обеспечивают они легкое расчесывание. Также, в общем, без парабенов, гипоаллергена, без слез. Ну, упаковки просто, просто песня. И последнее, что было в моих покупках косметических, это тоже Алиса. Уже жидкое мыло для ручек. Вот в таком оформлении. Здесь, кстати, хочу сказать вот про сам флакончик. Это один в один флакончик, как у компании Faberlic. Видимо, у одного производителя их закупают. Прям вот просто. Я даже ради интереса пошла на кухню. У меня там мыло от Faberlic стоит для рук. Сравнила. Прям вот точная копия. Вот. Такое вот потрясающее мыльце.
Ну что ж, вот такие мои небольшие покупочки. Надеюсь, вы что-то новое и интересное для себя увидели. Ну, картинка, по крайней мере, очень яркая, сочная, летняя. Я довольна. Надеюсь, что и вы пару раз улыбнулись, увидите эти забавные упаковочки. Спасибо вам за внимание, за просмотр и до новых встреч на моем канале.